Когда была распаевка, Николай Никитович не распаевал практически ничего. Некоцерный завод украл 21 миллион 450 тысяч денег. Людей не распаевал этот мановые паи. Почему люди собрались? Мы сейчас в данное время, по находу в течение 20 лет, что люди и земля появилась. Земля появилась. И за 20 лет он людям ничего не платил. Почему люди поднялись все? О, все. Для того, чтобы он майновые паи, землю подавал людям. Ордена, которые СБУ понаходили у него в кабинет с паспортами. Значит, оружиями он понаходил патроны солдатские, значит, с автомата Калашникова. И вот это мы все требуем, чтобы его привлекли в уголовную ответственность. Ни копейки он мне не компенсировал за использование моего майна. Я пошел до него, чтобы он мне отдал деньги. Он мне... 2300 посчитав 16 тисяч. 16 тисяч. А так він давав. 33 года я проробив. Це не то, що вони стоять тепер ті гроші. Скільки ж вони тепер стоять ті гроші? Він каже, 2000 дам і 3. Він всім так, ось усім людям. 3000 хоч бери, а ні, взагалі нічого не получить. Чому люди забирають, здають Назарчукам? Ой, люди здають Назарчукам. Назарчуки платять 12 тисяч. 12, а він 4,5.